Главную площадку ко Дню города уже вовсю готовят к визиту звезд, а после перекроют многие улицы Кирова. Сегодня специалисты начали устанавливать главную сцену на Октябрьском проспекте. Кировчан предупреждает о том, что нужно заранее планировать объезды перекрытых участков дорог 12 июня. Итак, в День города уже с 7 часов утра обе стороны Октябрьского проспекта от Красноармейской до Милицейской будут закрыты для проезда транспорта. Это касается и улицы Пролетарской на участке от Дерендяева до самого Октябрьского проспекта. Эти участки дорог откроют только в 22 часа. Также с 7 утра до 10 вечера нельзя будет проехать по Карла Либкнехта от Преображенской до Спасской. Там перекрытие связано с концертной программой на Театральной площади. Кроме того, из-за салюта с 9 часов вечера до 23 часов движение транспорта ограничит на всех улицах в районе Александровского сада и набережной Грина. На многих прилегающих улицах нельзя будет и парковаться. Также с 21 до 23 часов нельзя будет проехать по улице Профсоюзной от Ленина до Старомакаревского кладбища. Это сделано потому, что пиротехника будет размещена как раз в заречной части города. Напомним, что прямую трансляцию выступлений звездных артистов с Октябрьского проспекта организует Первый городской канал. В 17 часов на сцену выйдет певица Максим, затем группа «Бурито», а завершит концерт Юлиана Караулова. Концерт можно будет посмотреть и в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова».